11 декабря произошло масштабное ДТП на трассе Амур в районе поселка Ландока Облученского района. Столкнулись несколько грузовиков и легковой автомобиль. В результате столкновения есть пострадавшие. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора участника аварии. Движение по федеральной трассе парализовано. Пробка растет с каждой минутой. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.